Мур, привет, друг, это Зверько и очередной реворк Фрейя. Уже сколько их было? 2? 3? Тут Федя мне подсказывает, что уже 4 внешки Фрейи и 2 реворк навыков. Если что, все тапки в него. Похоже, в отдел реворка пришли светлые умы и на тестовые выкатили ряд реворков, которые улучшают геймплей на персонажей. Давай разбираться с изменениями Фрейи. Пассивка. Первая автоатака Фрейи ускоряет несколько следующих ее автоатак, каждые 8 секунд. А еще эти удары зажигают кресты, заряжают мечи у нее над головой. А эти мечи, в свою очередь, усиливают первые 2 навыка. Первый навык. Фрейя прыгает в указанную точку, нанося урон по области. Чем больше зарядов, тем дальше прыжок, сильнее урон и шире площадь поражения. Второй навык гораздо интереснее. Если просто нажать, это удар щитом вперед и навешивание на себя небольшого щита. Каждый стак добавляет возможность продолжить комбинацию. Второй удар навешивает замедление на цель. Третий удар стягивает противников в одну точку, подбрасывая их. И четвертый удар, самый мощный, отталкивает противника. Ульта. Фрейя превращается в валькирию на 10 секунд и получает бонус к атаке, ощутимый щит в хп и сразу 3 стака, что позволяет провести комбинации. Кроме того, автоатаки становятся дальше и накрывают большую площадь поражения, а значит и больше целей. Мои впечатления. В кои-то веки я доволен реворком. Хоть мне и неудобно, что во время второго навыка Фрейя делает подскок как Чу, но это дело привычки. Дело в том, что такой набор навыков позволяет гибко использовать геймплей на ней, развить Фрейю в автоатакера и ломать лица в ульте, или вкачать ее в полутанка, накидывать на себя щиты по КД и вносить контроль. У второго навыка нехилое расстояние стягивания, это же почти тигрил, да и в случае опасности для союзников можно оттолкнуть врага или наоборот подтолкнуть к своим друзьям. Мне кажется, у мейнеров Чу появится второй фаворит с выходом реворка Фрейи, а ты не забудь следить за ее изменениями на моем канале. На этом все, не забудь подписаться на канал и рассказать свои впечатления от реворка. Удачи, друг! Тупый яд, но так ушел, мертвый отряд, а не жив, чтоб победить.